Приветствую всех на моем канале Золотой Лев. Сегодня предлагаю вам посмотреть со мной, пройтись по пещере Прометея. Но сегодня я вам предлагаю поближе познакомиться с тем, чем вы можете не видеть на других роликах, на других видео YouTube. Вот мы пришли к тому месту, где мы должны сесть на катер. Ребята в эйфории, мы это сделали. Посадили меня, прикрепили, чтобы я далеко не убежал. Вот, мы сели в катер. Вот этот парень, который выглядывает, он нас держал высоко мобильник и снимал весь этот путь, который мы должны были пройти, который я вам покажу. Вот сейчас еще мы узнали там, что длина этого канала 400 метров. Вот посмотрите, а потом я... Вот мы выезжаем. Глубина канала вот в этом промежутке времени равна 3 метрам. Ширина где-то около 10 метров. При поднятии весь уровень воды поднимается, естественно, там невозможно будет проехать, потому что мы почти нагибались, притык было. И невозможно было бы проехать, просто нам очень повезло, что мы попали в сухую погоду. Но у нас случай, здесь есть дополнительная лестница, которая может вывести на поверхность земли. Вот мы уже, я постарался сочетать наш выезд с реальностью, но насколько это получилось, это судить вам уже. Ну, это заключительная сейчас будет. Ну вот, мы уже и выехали из пещеры. Возле выхода пещеры глубина равна 12 метрам. А это мы уже поднимаемся наверх. И вот этот парень сзади, который сопровождал нас на катере, он перебрасывался с моим другом Лаврентием. Вот. Ну, о чем говорил, я не могу сказать. Но тогда нас увидели служащие, они сказали, мы первый раз в жизни мы видели, чтобы человек на костылях мог бы пройти эту пещеру. Так что, вот, в принципе, это и есть весь разговор о пещере. Я думаю, вам было приятно это все.